Вы можете назвать себя патриотом? Думаю, да. А что такое патриот? Человек, который любит свою страну. В Европу я езжу только, ездила до недавнего времени, пока все было открыто, ездила только в командировки. На моря я не ездила, я предпочитаю вообще отдыхать в России. Правда? Да. Где? Ну вот этим летом мы отдыхали на Волге с мужем, средняя Волга между Плесом и Кинешмой. Вот. И зимой вот поеду в Красную Поляну, я на лыжах катаюсь.